Готовы принять на работу украинских беженцев. На одном из специализированных молдавских сайтов появился предназначенный для них раздел. Предлагаются вакансии поваров, водителей, инженеров, дизайнеров, менеджеров. В первые же часы публикации интерес проявили более двух десятков компаний. Думаю, что к концу дня их количество увеличится до 60, а в общей сложности будет свыше 500 объявлений. Условия трудоустройства для украинцев такие же, как и для граждан нашей страны. Предусмотрено медицинское и социальное страхование. В некоторых случаях предоставляются бесплатные обеды и обучение. Мы выделили 20 рабочих мест для беженцев из Украины. Все делается в правовом поле на основании документов, выданных миграционной службой. Сейчас можем взять на работу кондитеров. Умеют они готовить торты или печенье, значения не имеет. Готовы обучить. Гражданам Украины для работы необходимы документы, выданные Бюро по миграции беженцам, а также удостоверение личности.